От Кишуча до Зубатки и от Томоля до Чевычи. В прибрежных водах Камчатки местные рыбаки ведут промысел десятка видов тихоокеанской фауны. И к рязанскому столу доставляют самые свежие экземпляры, включая редкие для искушенного ценителя виды – чевычу или белорыбицу. По телевизору увидела рекламу и решила рыбку купить. Красное чевычу филе хочу взять и икру. Прошлый приезд был их, я покупал их и красную икру, и рыбу красную, и белую красу. Нас всех удовлетворило. Я покупала здесь рыбу. Очень вкусные, хорошие, свежайшие. Я советую всем купить. Я брала белорыбицу, палтус и чевичи. Красную икру гурманы ценят за неповторимый вкус, а диетологи – за ее полезные свойства. Ведь в ней фолиевая кислота, йод, калий, железо и еще с десяток важных для жизни микроэлементов. Все они положительно влияют на работу головного мозга и нервной системы. Чтобы сохранить максимум всех ценных качеств, говорят, на Камчатке засаливают икру прямо на судне, сразу после добычи. Рыба вся свежая, тоже едим с удовольствием, всей семьей. Покупаю себе и дочери, и родителям. Будет день рождения у дочери, обязательно куплю. Так что с удовольствием покупаю эту рыбу. Чевычу купила, белорыбицу купила, икру. Прошу, ребята, торгуйте быстро и вкусно. А что, брали, если не секрет, в прошлый раз? Икру, белорыбицу и красную рыбу, по-моему, двух видов. О пользе морепродуктов можно говорить долго. Рыба – настоящий концентрат витаминов В и Д, а также минералов. Познакомиться с дарами Тихого океана рязанцы могут до субботы включительно у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».